Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Моисей заступается за своего соплеменника. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сыну Израилеву, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его, сынов Израилевых. Посмотрел туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.